Вообще-то для меня не новостью это было, что он высказал это такое, и неудивительно, потому что и раньше были у него такие высказывания. Я считаю, что эти высказывания не обдуманы. Но он нас умеет высказать, а потом думать. Это первое. Второе. У нас есть такие лидеры, которые давайте будем голодовать, давайте будем делать это. Но вы делаете, а я как-нибудь в стороне. Я вам честно скажу, что я бы лично на это не пошел бы. Ну, это шоу. Это я бы не сказал бы даже пиар. Это не пиар. Люди, если делают пиар, делают его умно, грамотно, это не пиар. Это очередные просто высказывания и все. Я не думаю, что он сам даже пойдет на голодовку. Дай бог, я это хочу видеть. Дай бог, чтобы после этого был еще результат. Но я лично считаю, что это просто какие-то высказывания неординарные, необдуманные.